Современные технологии и инновации в сфере переработки мусора обсудили на еженедельном заседании подмосковного правительства. Один из современных подходов – установка экопунктов для приема пластиковой и алюминиевой тары в обмен на специальные баллы. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, до конца года в муниципалитете планируется установить 14 таких боксов в образовательных учреждениях, 10 в Одинцово, 2 в Лесном городке, по одному в Заречье и Горках.